Если совсем вкратце можно описать историю возникновения следующей песни, она называется «Про жука» или «Песенка начинающих милиционеров». Это поняли название, да? Григорий Глотков просил исполнить, сам ушел, понятно? Да, по многочисленным просьбам. А, нет, подожди, здесь, по многочисленным просьбам. Заявка, да. Лауреата книги рекордов Гиннесса звучит детская песенка в детском клубе авторской песни практически. Детям посвящается. Да, надо, знаете, есть песни, у которых есть какая-то своя история. Вот у этой песенки, она называется «Песня про жука в коробочке» или «Песенка начинающих милиционеров». Как-то мы тут уже вспоминали город Ксово, Нижегородской области, и мы были приглашены в этот город лет, наверное, 5 назад, может, больше, на празднование Нового года, где собрались все УВД и все ГАИ Ксовского района. Город небольшой, человек 300, зал. Мы стоим на входе в зал, сцены нет, мы объявляем песню. И здесь, значит, с улицы проходит невысокого рода человек, то роста. Мы объявляем, ну вот, начинающий милиционер. Зал настолько ржет, что петь можно было и не петь. Оказалось, что это замначальник УВД, начинающий милиционер, по фамилии Жуков. В народе кличут Жуком, и песенка про жука в коробочке. Итак, детская песенка. Мы сейчас будем как дураки ломаться под детей, наверное, получится. Мы в траве нашли жука, страшного, рогатого. Испугались мы чуть-чуть, потому что жуть. Он смотрел на нас в упор, как на узурпатора. Он был занят, ну а мы преградили путь. У него, наверное, были очень важные дела. Ну а мы его в коробку, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы в песочнице ему теремок устроили. Мы хотели посмотреть, как он будет спать. И покушать принесли, очистки помойные. Потому что чупа-чуп сон не стал сосать. Если вылезет обратно, вдруг ему там не до сна. Мы опять его в коробку, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы присели и глядим. Вылезает гадина. Глянь, куда-то побежал, воспать клони. Он и домика вкопал, жуткая рогатина. А ты, блин, бесил с ногами. Вась, ну не реви. Я его поймал листочком, шустрый-нудрый, как чула. Стой, его опять коров. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не знаю, как вот так. Ох, получилось. Мы поспорили, что жук может нас куснуть. Васька, я слегка толкнул. А слегка, конечно, можно, да. А Васька оступился. И коробочку он сломал. И жука сломал. Чуть-чуть. Он сперва на взрыв проплакал, но потом вся грусть прошла. Растоптали мы коробку, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А мы пойдем жука найдем классного в полосочку, потому что нам еще целый час гулять. Только вот теперь ищу, где найти коробочку, чтобы нового жука нам ее поймать. У него, наверное, будут тоже важные дела. Ну а мы его в коробку, ла-ла-ла-ла-ла-ла. У него, наверное, будут очень важные дела. Ну